Йей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дикий Волк, Павел Злой Фантом, Глеб, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Привет. Сегодня у нас очень классная карта, это школы, режим чужой. Если пейте, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Скажу пацанам вкратце, я на самой крыше этой школы поставил большую бомбу. Вы должны ее защитить. Если у вас это получится, вы красавчики. Ну, не получится, значит взорвется вся школа вместе со всеми. Можно использовать любое оружие, пригвоздитель. Нельзя использовать только взрывоопасное оружие, потому что вы будете сами себя мочить. Пацаны, я иду на крышу. Искать. Но я даже знаю, где бомба. Я специально так сделал, чтобы я знал, где бомба. Тут был смысл в том, что вам надо ее защитить. И когда я буду проигрывать, мне придется с самого начала идти вниз в школы и идти на крышу. Вы меня слышите или еще нет? Нет. Сейчас. Подожди, я могу... О, так я могу по ступенькам ходить. Вообще класс. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Спалился. Не пройдешь. Пройду. Самое интересное. Нет. Ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Эй, ты где? Убил. Дробаш против чужого, это такое себе удовольствие. Так, пацаны, хорошо, давайте я улечу, чтобы меня не видели, где я. Так, начиная, это тоже на вас тогда немножко охотиться. А то смотри, у вас ружбайки, мощные винтовки, а у меня... Так, давай, ой-ой-ой, чтобы не сильно палиться, чтобы было все по красоте. Я же очень быстрый, я же могу моментально нападать на кого-то и убегать. Убил, красава. Трупейшн мой лежит. Ладно, я в одного из вас вселился, я шучу. Я сижу в его кишках, и там вкусные кишки такие у него. Крутые. Вкусные. Я прям внутри начинаю есть тебя и возрождаюсь сейчас в большого. Если вы не убьете одного из своих... Ладно, угадали. Молодцы. Прикольно, красавчики. Хорошо, будем еще в кого-то вселяться. Так, это у нас библиотека. Школа очень классная, это она оптимизирована и какие-то такие прикольные нежные цвета. Так. Ой. У нас тут драка, да? Как всегда, классно все, да? Молодец, красавчик, самоубийство сделал. Молодец, не спорю. Догадался, да, что я вселился в тебя? У нас что, получается, один только выход на чердак? Может, еще какие-то есть выходы другие? А то вы меня будете сюда мочить. Вот, есть, отлично. Так, еще пришло к тому же. Ну, блин, это тот же проход, ну так нечестно. Димка, беги быстрей. Бегай. Не, я хочу еще жить. Я ж могу позвать своего батю. Вы что же не забывайте, у меня батя есть. Если вы меня будете много раз обижать, батя придет. Навалять всем. А! Откуда ты взялся? А! Блин, до бомбы не добежал. Вот говно, вон она уже, ребята. Еще б чуть-чуть, и я бы успел. Хорошо. Я все ближе и ближе подбираюсь к этой классной заветной бомбочке. Вы же понимаете, это не самая мощная бомба, которую я мог поставить. Я мог бы вообще какую-то читерскую поставить. Мощнецкую. О, блин, ну еще чуть-чуть. Ну блин, ну смотри, что делает, а. Давайте вот этого возьмем. Червячка, мне кажется, он более тихий. Они не так будут меня палить. А вы слышите мои лапки, да, когда я тарахчу ими хожу? Я слышу громко. А! Блин, это было так тупо вообще просто. Самое тупое нападение, которое можно сделать в этой игре. Так, хорошо. Пацаны слушают внимательно. Где же выйдет сейчас Димас? Ой. Я застрял тут чуть-чуть. Отлично.
Так, ну что вы сейчас делаете на такое, когда пришел его батя? Батя псих, сразу говорю. Вы сейчас бомбу взорвете. Нет? Почему я так быстро умер? Потому что у тебя 1000 хп. А что за оружие у тебя такое? Читерское. А, увидел, красавчик. Так, надо как-то все-таки бомбу эту взорвать. Активировалась бомба, слышали? Ну, взорвись, бомбочка, давай. Класс. Я живой остался. Офигеть, это жесть. Вот это она жахнула. Просто мощь. Так, пацаны, давайте теперь еще одну бомбу я запрячу. Только в этот раз теперь бомба будет очень мощная. И она будет в здании, вот здесь вот в школе. Сейчас я вылезу. Придется искать ее. Не-не-не, не надо будет искать. Я сейчас спауны тут поставлю, вы тут появитесь. Я даже вам сделаю так, что тут будут спауны, и вы не должны меня будете тут пустить. Ой, что-то не то ставлю. Можете килл прописать, и вы появитесь тут. Отлично. Так, а вот здесь вот будет лежать бомба. Так, Entity, HP Bombs. А мы поставим здесь... Вот. Нет, не вот. Вот, ребята, вот эта бомба. Вы готовы? Да. Балдёж. Так, в этом здании только один вход. А, буду пытаться сначала маленьким пробиться. Может даже на дурачка и маленьким, правильно получится? Может такое быть? Да. Эй, дайте зайти! Откуда ты убил меня? Ах ты бомж, так нечестно, ты кемперил меня! Слышно меня? Да. Я по крыше этого здания хожу. А ну слеза. А! Бомж! Ты где? Я в одного из вас вселился. И в меня. Кого-то вселился, выясняйте, в кого же я вселился? В меня. Да я пошутил, я ни в кого не вселился, я живой. Я вас обманул, пацаны. Ах ты что? Ты меня растерзал просто. Сочки. Давайте еще раз. Все-таки я попытаюсь в наглую пробиться вообще. Ой-ой-ой, а кто ж бомбу взорвал-то? Молодцы. Красавчики. А давайте вы просто против меня теперь повоюете. Сейчас аннулирую карту. Смертельная битва. Выживет сильнейший. А я буду охотиться. Для... Вам только один способ выжить. Надо все вместе держаться. Когда я только вылезу, вы должны все мочить. Если вы сейчас разделитесь, я вас буду по очереди мочить. Вижу. А, летать нельзя. Мы же говорили, пацаны, вы что? А вот теперь поиграем. А что вы хотели? Так. Вот это хороший знак, что ты разделился с ними, охранник. А, у меня 9 хп было. Вот так вот, говорил, вместе держаться надо. Чужой вышел на охоту, он очень злой. Да, я в лабиринте. Давай, заходи ко мне сюда в лабиринт. Кто не засыт? Я. Давай, иди. Красавчик. Кто твой следующий? Твой хвост полетел. Извини, опять... не хотел, но ем тебя. Я вкусный. Боится теперь заходить в лабиринт. А, не уби... Ребят, вы не на того нарвались. Ах. Ушел.
в небытие. Далее. Ой. Куда-то я улетел в... точно что в небытие. Да. А куда ты собрался? Я ж тебя скушаю. Ты что думаешь? Давайте, можно использовать любое оружие против меня. Кто меня убьет, тот самый лучший игрок Пересмот на эту секунду. Кто? Я даже не буду исчезать, я всегда буду видимый. Его не убил. Вот это, конечно, ты зря вышел. Вкусный, ай, вкусный, очень вкусный. А! У тебя очень мощные пули, больно бьют. Так, я вижу, стоит, смотрит, палит меня. Привет! Кого еще скушать? Я в лабиринте зашкерюсь, буду ждать, пока вы сюда будете заходить ко мне по очереди. Ой-ой-ой! Ладно, ладно, красава! Вообще, молодец! Не спорю. Кстати, обрати внимание, я сказал, можно любое оружие использовать. Он думает, а раз любое можно использовать, я скидаю ядерную бомбу тебе. И ядер, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рубль ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!